С 19 июня 28 представителей областного клуба любителей бега и закаливания, а также поддержавшие мячи единомышленники из других городов России, отправились в пробег в поддержку футбольной сборной России на чемпионате мира. Безусловно, это уже какой-то вот прямо определенный почерк, стиль нашего Омска, наших вот моржей во главе с Евгением Михайловичем. Он вот в орбиту своего пробега втягивает все новых и новых людей, неравнодушных прежде всего к здоровому образу жизни. И, наверное, немаловажной такой составляющей, как умение прославлять свой именно регион, свою малую родину. От Омска до Самары более 2000 километров моржи пробежали под девизом «От всех регионов желая побед, команде России несем мы привет». О том, как преодолевались километры, как встречали смелых мячей в городах и селах России и Казахстана, бегуны рассказали 4 июля в региональном министерстве спорта. Знали по прежним пробегам, что желают все регионы нашей команде какой-то победы, какого-то успеха. Поэтому этот баннер, вот, который видите, «От всех регионов желаю побед, команде России несем мы привет». Это был как бы самый главный лозунг. Вот. Он родился как раз после того, когда все регионы, встречая нас еще там раньше, да, вы же передаете нашей команде, что мы за нее болеем, чтобы все было успешно, хорошо. Действительно, если есть единение команды, есть единение болельщиков, которые не упрекают там за всякие там неудачи, может быть, там случайные там, или не случайные, вот, должно быть и мастерство, должно быть и связь это, и должна быть удача. Тогда уже родился второй баннер, который он как бы осуществлял все наши пожелания. Давайте верить в нашу сборную России, в ее характер, мастерство и точный пас. Когда болеет за футбол страной Евсеев, не пролетит тогда фортуна мимо нас. 5 городов, где мы останавливались, встречали очень замечательно, очень радушно. На удивление, есть одна такая особенность. Маленькие города, маленькие районы намного теплее и намного радушнее встречают, нежели большие города. Ну, в первую очередь, я думаю, это связано с тем, что много дел в больших городах и некогда этим заниматься, а события для маленького района, это, как правило, оно большое, они собирают всех ребятишек, они нас приветствуют, они нас угощают, они с нами играют в футбол, эмоции, подарки, провожают, бежим вместе. Ну, таким способом мы домчались до Самары. Получили там очень много эмоций, потому что город живет чемпионатом. Представляете, да, что там происходит. Там приезжих много, там сами люди довольны тем, что там столько много всего построено было для этого. Нескольким участникам посчастливилось поддержать футболистов на Самара-арене. Впрочем, их коллеги, наблюдавшие за матчем в фан-зоне, уверяют, что эмоций за пределами стадиона у людей было ничуть не меньше. Глава регионального Минспорта вручил всем бегунам-путешественникам благодарственные письма. А отважные моржи, в свою очередь, подарили Дмитрию Крикорянцу фирменную футболку с символикой пробега.